Okay. Две точки здесь. То, что лифтинг лифтинг будет, да? То, что лифтинг. Я сюда не колю, потому что здесь гель. Угу. Здесь гель. Значит, здесь четыре точки. Они только в случае мезотерапии работают, как лифтинговые, или вообще? В смысле вообще? Или вообще биоритмозанка? Хочу, что с тобой биоритмозанка? Жалко. Две точки на, господи, как он, на массетере, да? Uh-huh. И две точки мы попадаем в зигоматикус. Да, на сосуд. Это не на то, что мы на кухне напились. А? Нет, я никогда кофе не пью, мне четко все сказано, что я ничего не делать. Человек два дня практически не работал после контурной пластики. А что вот эту зону делали. Говорила вот таким вот образом, никакой мимики. Было сказано, я так и делала. Угу. Кто морщится будет тогда? Да, Лариса за вас поможет. Хрустит. Не очень приятно, но тем не менее. Это мой препарат и хрустит, он хороший. Я заканчиваю. Ощущение, что у меня в лице что-то стало лазить. Вот такого у меня не было после до всех коктейлей. Подожди, а ты после амина не чувствовала такого? Там другое. У меня было как-то ощущение такого тепла, как будто оно переливалось у меня. Первый раз так мне было больно, ой, как он сказал. Нет, все как-то без анестезии. Довольно без анестезии? Да. Точно? Точно, без анестезии первый раз делали. Вот эту же ампулу делали без анестезии, но было совершенно не больно.